марта 2022 год. Город Харьков. Коммунальное предприятие Центр обращения с животными обращается ко всем людям неравнодушным за помощью. У нас остались питомцы. Их много. Каждый день нужно кормить. Ребята выходят под обстрелами, ухаживают. Бесстрашные наши работники по уходу за животными, ветеринары, кормят, убирают, дают необходимую ветеринарную помощь, кому надо. Ну, конечно, очень страшно, собаки напуганы. Сейчас все хорошо, сейчас не стреляют, но 20 минут назад очень было страшно. Поэтому прошу всех неравнодушных людей откликнуться и помочь нашим животным продержаться, пока не закончится война. Нам очень нужен корм.